Добрый вечер, друзья, дорогие братья и сестры. Воскресенье, Малая Пасха, Христос воскресе. Воистину воскресе. Сегодня у нас, с одной стороны, очень интересная тема, с другой стороны, очень такая деликатная. Можно ли женщине находиться в храме, когда у нее женские дни? По сути, с одной стороны, можно находиться. Почему некоторых это смущает? Сегодня средства гигиены у нас более высокого, скажем так, уровня. Но в то же самое время, почему женщина все-таки нежелательно, не нужно даже, может быть, ей прикасаться к каким-то святыням. Это внутренний момент, это благовение. Не за то, что она что-то осквернит, а она просто проявляет глубокое внутреннее свое почтение к святыням, около которых она находится. Молиться она может. С чем связана эта тема? Пока я прошу вас, чтобы вы писали свои вопросы, задавали. Сегодня мы в храме читали евангельское чтение о женщине кровоточивой много лет, которая прикоснулась к Господу. И Господи, кто ко мне прикоснулся? На что один из учеников его сказал: очень много людей вокруг тебя. Любой мог прикоснуться к тебе. Господь говорит: сила от меня сошла. И тогда, устыдившись, что он почувствовал, что она к нему прикоснулась, она около ног склонила свою голову его и сказала, что это я. То есть она признала. То есть она не стала выкручиваться, лукавить, она призналась. И Господь говорит: по вере твоей будет тебе. И потом эта женщина прославила Господа. Но здесь мы говорим о болезни, о немощи женской, которая много лет, и как мы читаем в Священном Писании, имущество было продано, чтобы потратить на свое лечение, но никто ей не смог помочь. Должны ли мы отказаться от медицины? Нет. Медицина сейчас на более высоком уровне, нежели 5, 10 или 100, 200 лет, тем паче. Конечно, мы должны к медицине прибегать. Многие говорят: ну вот Господь исцелит и душу, и тело. Он может все. Для Бога нет ничего невозможного, только лишь, наверное, насильно спасти человека. Насильно Господь никого не спасает. Он может попустить что-то либо для того, чтобы человек вразумелся, остановился, покаялся. Но насильно ничего Господь не делает. Если человек хочет идти в погибель, в гиену огненную, его никто насильно не будет останавливать. Если он хочет идти к Господу, этот путь тернист, но велика мзда у Господа за это. Поэтому однозначно мы должны обращаться к врачам, обследоваться, искать специалистов, а не каких-то шарлатанов. Еще одно подтверждение. Почему? Потому что много мы знаем святых, которые врачами были. Лука апостол, Лука Войсинецкий Кремский, это целитель Пантелеймон. И много-много-много других можно перечислять, которые не только были, не стали святыми, но и были врачами, к которым сегодня мы также молитвенно обращаемся к их помощи, а они, в свою очередь, ходатайствуются о нас перед Господом. Поэтому я думаю, женщина может присутствовать в храме, но в знак благовения она ни к чему не прикасается. Ну, я жду ваших вопросов. Пожалуйста, задавайте. Пока вы пишете, наверное, мы
коснемся еще одну. Есть такой термин телегония. Что это такое? Часто спрашивают: батюшка, как вы к этому относитесь? Конечно, относиться можно к этому по-разному. Факты, конечно, были, встречались, но они настолько мизерные и редкие, что можно на исключительный момент соотнести. Что такое телегония? Это такая вот, можно сказать, после интимного отношения мужчины и женщины разных расовой принадлежности, ну, допустим, негра и, ну, славянки. Она выходит за коллапс физический, но опять-таки здесь попущение Божие, как видимый, скажем так, грех, который когда-то совершил. Виноват ли ребенок в этом? Нет, не виноват. Но как наследственность вот такая проявилась в этом ребенке, и семья должна уже нести свой крест, любя этого ребенка и воспитывая. Но это исключительно, но нужно еще раз сказать. Поэтому я думаю, что телегония — это не никак с православием не соотносится. Это такой генетический сбой по грехам. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, если после крещения ребенка через время перестали общаться с крестным отцом, можно как-то еще раз крестить ребенка? Отвечаем. Татьяна спрашивает. Спасибо, Господи, Татьяна, за вопрос. Вспомните наш православный символ веры, то есть утверждение нашей веры. Что мы читаем? Исповедую едино, то есть одно крещение, единое крещение, восставление грехов. Чаю воскресения, мир и жизнь будущего века, и дальше по тексту. Вот. Одно крещение у нас в жизни может быть так же, как и физическое восставление грехов. Каких грехов? Адама и Евы, родительских, прародительских, если таковые есть. Вот, поэтому крестить второй раз нельзя. Батюшку обмануть можно, а Бога нет. Каким-то образом вы думаете изменить так называемую в кавычках судьбу ребенка? Нет. Я думаю, что нужно изначально, это первый момент, выбирать достойных крестных родителей, которые будут активно участвовать в духовно-нравственном воспитании ребенка, помощником вам. И это первый момент. А второй момент, поскольку, ну не знаю, как в других субъектах федерации, на Кубани, я вот даже перед таинством крещения, есть у нас везде общепринятые беседы, так называемые огласительные. Я уже по опыту общения, по опыту видения ситуации, находясь на комиссии по делам совершеннолетних, сейчас слышу: мы с кумовьями пили, вот был праздник. Кумовья — это не те люди, с которыми вы пьете, а с которыми вы воспитываете духовно своего ребенка. Поэтому давайте мы избежим духовно-нравственной деградации, а понимать будем, что кумовья — это не просто друг или подруга, это тот человек, которому ты даешь, в руки отдаешь, порою, если сам где-то что-то не знаешь, воспитание своего ребеночка. Спасибо за это. Еще вопрос у меня. Как часто нужно причащать ребенка от года? Ну, чем чаще, наверное, тем лучше, потому что ребенку не нужно какой-то серьезной подготовки, чтения канонов, последника причастию, поста и тому подобное. Поэтому, ну, в идеале еженедельно, минимум раз в месяц. Если бы вы еще, скажем так, раз в месяц вместе с ним будете причащаться, еще лучше. Как бы тут, можно сказать, практически идеал. И, ну, опять-таки, вам нужно будет готовиться. Это младенец. Ему дозволяется. А нам, взрослым, сугубое благовение пред Господом. Вот так. Есть ли еще вопросы, мои родные?
Ну, давайте, пока вы пишете еще вопросы в этой же тематике о православии и медицине, еще несколько коснемся вопросов. Ну, к примеру, трансплантология. Когда человек просто вот есть определенные критерии в медицине, когда человек уже при смерти, но имеет какие-то здоровые органы, он может завещать, допустим, их как пожертвование, как добрую волю, чтобы кому-то это досталось. Это один момент. Или живой человек, пожалуйста, там он вдруг попал в автокатастрофу и там какой-то повредил орган. И, ну, почка, допустим, да, одна почка повредилась, другая малодееспособна, и он отдает свою почку, ну, к примеру, да. Это добродетель, это духовно-нравственный поступок. Когда же это начинается ради финансовой какой-то наживы, или даже мы знаем, там выкрадывают людей, чтобы это делать, это другая противоположность, это лукавство. Прошу прощения. Света сказали нема. Вот. Поэтому к медицине мы должны осторожно относиться, потому что Господь дал этот талант людям, который они должны нести во благо людей. Должно ли, Пашу часто еще спрашивают, батюшка, а нужно ли там анестезиологу давать, врачу, там, хирургу? Но это личное ваше отношение, как знак благодарности. Но не за то, что он обязан это сделать, будучи там в муниципальной больнице. Он и так должен это сделать. Будет лучше относиться или хуже, поверьте, я уже сталкивался с таким моментом, когда и люди давали деньги, а относились как будто и не давали. Поэтому это сугубой разницы порою, ну, по крайней мере, я сколько сталкивался, не имела. А вот достойно поисповедаться, причаститься перед вот той же самой операцией, взять благословение у священника, молебен на начало всякого благого дела, со священником помолиться. Вот это нужно, чтобы Господь уже был, скажем так, врачом во время вашей операции, вразумлял вашего доктора правильно все сделать. Потому что мы много знаем исключений из норм и правил. Так, вопрос. Да, есть вопрос еще. Сколько раз нужно читать в неделю Евангелие? Но если в идеале мы каждодневно читаем главу с Евангелия, вернее, не главу, а зачало. На каждый день у нас есть зачало, там, в котором утром читаем. Есть это там у нас вечернее богослужение, всенощное бдение, то мы вечером читаем. На каждый день есть свое евангельское чтение. Поэтому оно соотносится или со святым, в честь кого это евангельское чтение, там, допустим, преподобных мы читаем по смыслу там. Ну вот очень все грамотно у нас построено, так что можно взять какой-то календарь церковный, допустим, для женщин, там, семейный, где будут какие-то духовно-нравственные наставления, и в том числе вот именно зачало главы, что читать на конкретный день. То есть мы читаем главу, ну, бывает по главе каждый читает. Ну, как благословение получили у своего батюшки, так и, в принципе, это в первую очередь и читаем. Так, крестила ребенка в 90-е годы, запретили в храме крестить его по его имени, а крестили по другим. В жизни поменяли ему и фамилию, и отчество. Как нам в жизни поменяли ему? Как нам быть? Ну, как крестили, так и молиться о нем. Как бы, опять-таки, что значит крещенное имя? Это имя святого, в честь кого ребенка крестили, или взрослого человека крестился, в честь как бы небесного покровителя. Поэтому ему уже это не меняется. Пусть молится, в честь кого его крестили. Так, вечер добрый, батюшка, вечер добрый, Ирина. Так, батюшка, благословите, Бог благословит. То, что остается от ладана после его использования,
как сказать, сгоревшую смолу? Можно выбрасывать ли ее, сжигать в огне? У каждого православного человека, если это частный дом, то есть какое-то непопираемое место, где животные не гадят. Ну, чаще всего это в конце огорода где-нибудь. Вот, или под каким-то деревцем, где всякого рода там засохшие вербочки, если они как-то вам не по душе уже сожгли, там еще что-то, вот туда это, скажем так, сжигается и выбрасывается. Или же в речку, в проточную воду, чтобы это могло уже как бы или рыбками съесть, допустим, просворочки зацвевшие, значит, могли рыбочки съесть эту просворочку. Лучше, конечно, до этого всего не допускать. Должно быть благоговение. Ну, а в частности ладан, ну, можно, в принципе, в речку или прикопать в непопираемом месте. Так. Так, еще сразу вопрос по Евангелию. Да. Так, есть раздел, где Господь якобы говорит истребить младенцев врагов египтян, потому, если не ошибаюсь, плохих людей это действительно... Так, сейчас, секунду, у меня ушло. Или это уже люди придумали? Ну, скажем так, давайте критично будем. На самом деле, в Священном Писании есть такие места, когда Господь как бы повелевал врагов, скажем так, еврейского народа, как бы даже целым поколениями истреблять. Да и сам, скажем так, одна из казней египетских была, что многие дети пострадали, в том числе по греху фараона, который египетский народ не хотел отпускать. Но смысл-то в том-то есть, что Господь вочеловечился с Христос, чтобы вот это уже остановить, чтобы показать пример сугубо любви, дав себя на крестные страдания, чтобы никаких более, скажем так, истреблений не было. Но как вот такие подобные, скажем, к сожалению, коллапсы, это факт, в Священном Писании есть. Так, вы поп? Да, пастырь, овец православных. Ну, хочу быть достойным пастырем и любить, скажем так, паству Христову. Так, но говорят, что имя и фамилия влияет на судьбу ребенка, влияет духовно-нравственное воспитание ребенка. Если у вас будет там фамилия Калашников, это не означает, что он станет новым изобретателем автомата. Это никак не повлияет на то, что он там новое оружие изобретет. А вот то, что он может взять автомат в руки, если его недостойно воспитать каким-нибудь бандитом, то может из этого автомата не одного человека и убить. Поэтому тут... Что такое судьба? Вот я интересный термин услышал. Судьба – это суд Божий. И вот наше духовное воспитание наших детей должно быть таким, чтобы они услышали на суде Божий добрый ответ. Так, а почему попы ездят на хороших машинах типа Вольвы? Честно говоря, глупый вопрос. Почему все, кроме попов, ездят на хороших машинах? Кто-то ездит на плохих машинах. Кто как трудится, кто как старается, добивается, кредиты, займы. Да массу как хорошие или плохие. Я вообще машины не расцениваю. Мерседес или Майбах или еще что-то. Мне безразлично, какая марка или еще чего-то. Я расцениваю машину. Комфортная она или вечно ремонтирующаяся. У евреев есть хорошая пословица. Лучше новая машина, чем старая и постоянно ремонтирующаяся. Вот. У меня машина Hyundai. Самый распространенная, самая, скажем, дешевая в эксплуатации, ну, по карману брал, ну, даже не по карману, тут я немножко грешу. Последняя машина была, как бы, опять-таки, кредит и помогать мне мои любимые, дорогие родители.
Ну, понимаете, тут даже не в машине. Можно иметь замечательную машину, а ты мимо всех будешь проезжать, идущих по трассе, и в каком месте ты православный? Ни в каком. Поэтому, я думаю, можно иметь любую машину, но на ней сделать много добродетелей, довести человека, сделать доброе дело, и тем самым он скажет, вам что-то заплатить? Нет. А ответить элементарно, помолитесь за меня, грешника. Вот это более ценно будет. И не суть важно, какая у тебя машина. Не суть важно, какой у тебя дом. Важно, сколько ты приютил в нем. Или сколько у тебя денег. Готов ли ты задушить кого-нибудь за эти деньги, или все-таки сделать добродетель. Вот что важно. Вот это я думаю. А машина, вспомните, когда-то москвич был, это чуть ли не Майбах сегодняшний. А сегодня что такое москвич? Что такое Запорожец? Это ничего. Все, что мы пытаемся, всему, чему мы пытаемся придать очень значимый момент, это все временно. И все это тленно. Ко Господу все это не заберешь. Так. А вы заблудились на сайт автомобиля. Спасибо, Господи, за защиту, мои дорогие. Так, когда молишься за ребенка, имеет ли значение фамилия или только имя? Конечно, имя. По имени святому мы молимся. Так, откуда у вас такие блага? Откуда у меня такие блага? Вот еще, потому что я не лентяй. Это критично. Не хвалюсь, но я привык пахать. Не на шее у кого-то сидеть. Мне очень стыдно, в принципе, честно и критично говорю, что мне помогают сегодня мои дорогие, любимые родители финансово. Но я пытался отказаться их помощью, на что мои родители сказали, это наш долг, и мы будем нести этот крест до конца своих дней в плане помощи вам. Там у меня брат еще есть, помощи вам. Вот, я тружусь в храме, тружусь вне храма, потому что за счет храмовой копейки выжить невозможно. Поэтому вот в совокупе получается, что я добиваюсь тех целей и задач, которые Господь мне позволяет. Потому что то, что я больше хочу, Господь мне не дозволяет. Поэтому, чтобы я не погиб, скажем так, чтобы я не стал, не дай Боже, бизнесменом, а остался все-таки священником. Так, спасибо за ответ. Можно еще вопрос, можно ли исповедаться в разных храмах у разных священников? В принципе, можно исповедоваться, но желательно, чтобы у вас один священник был, как, скажем, ну, если можно так сказать, главный, который в основном знает ваши немощи духовно-телесные, которые вы более любите, более доверяете и готовы раскрыть свою душу. Потому что бегая из храма в храм, это уже какое-то такое вот недоверие одному или другому. Но если вы в какой-то поездке и хотите, вот, ну, пришло у вас такое состояние души, что хотите покаяться, конечно, можно и в другом храме, и другому батюшке пойти, но памятуя, что вы не к священнику идете, а к Богу. И каетесь вы не священнику, а Богу в своих грехах. А люди же с рождения грешны, правда? Ну, в принципе, да. Как можно это подтвердить? В одном из псаломов царя Давида мы читаем такие слова. «И во грехах роди мя, мати моя». Почему во грехах? Потому что как минимум до таинства крещения на нас первородный грех Адама и Евы. В утренних молитвах я понимаю, поминаю о здравии тех людей, кого когда-то обидела или наоборот, кому благодарна. Но недавно прочитал, что молиться о многих нельзя. Как быть? Но я бы сказал, иногда о многих опасно молиться. Почему? Потому что мы не знаем, как все ведут свою духовно-нравственную жизнь. В первую очередь мы молимся о православных людях, потому что
они крещены, имеют дар Духа Святаго в миропомазании, им обязательно нужна молитвенная поддержка. Потому что если вы молитесь за какого-то колдуна, а сами не исповедуетесь, не прещаетесь, но могут быть искушения и тому подобное. Это уже по опыту я говорю, сталкивался с такими моментами. Ну, в принципе, так. Если есть какие-то смущения, обратитесь к батюшке, ближайший храм, и поделитесь, о ком вы молитесь там, кто конкретно, о ком вы молитесь, смущает вас. Ну, пусть возьмите у него благословение, если благословите, молитесь и не смущайтесь. Так, спасибо. Вы курите? Ни в коем случае. Курение – это самоубийство, постепенность, суицид. Это слабость, это безволие. Мы все хотим быть свободны, а это уже не делает нас свободными. Поэтому мы искренне молимся за тех людей, которые больны этим недугом. Чаще всего мы молимся, читая молитвы иконы Божией Матери, неупиваемая чаша. Дальше. Батюшка, что взять с собой в дорогу из духовной литературы? Я скоро еду на неделю из города. Что взять с собой? Да возьмите Евангелие. Евангелие – это тот источник, который нашу душу созидает во всех жизненных вопросах. Читайте Евангелие, Слово Божие. Так, а в чем ваша свобода? В чем моя свобода? Хороший вопрос. Честно говоря, мне никто никогда не задавал этого вопроса. Моя свобода? Ну, давайте разделим немножко этот вопрос. Телесный и духовный. Телесный, если конкретно, я не пью, не курю. Я свободен от этих недугов. Живу, стараюсь жить духовно-нравственной жизнью. Может быть, не всегда оступаюсь, потому что я не безгрешен, я не Господь. Свобода моя, наверное, в том, когда я стою у престола и могу служить Господу. Вот это моя свобода. Я чувствую внутреннюю радость, я чувствую любовь Божию, который недостоин, по большому счету. Вот в этом, наверное, моя свобода. А все остальное, это такое, мое частное мнение, что это наживное. Там какие-то блага, какие-то регалии, заслуги. Это не свобода. Свобода, когда ты внутри счастлив. А что такое счастье? Это быть частью кого или чего-либо. Желательно кого? Бога, семьи, деточек, прихожан. Вот в этом, наверное, свобода. Когда ты являешься с ними живым организмом, скажем так, а не побочным элементом. Так, батюшка, как быть с прощением? Ведь обидеть проще, чем прощением, наверное, простите. Проще, чем просить и простить и забыть. Прощение. С прощением, ну, если прощением мы о посте говорим, надо по силам возможностям своим. Потому что пост – это не диета. Диету можно держать и вне поста. А пост – это воздержание как в пище, так и в словах и делах. Вот. А именно о прощении, если мы говорим, то тут надо помнить, когда мы идем на таинство исповеди, мы хотим, чтобы нас Господь простил. Если Господь говорит, не простишь ты, и я тебе не прощу вовек. Поэтому нужно сначала пойти попросить прощения, проявить терпение, смирение. Не суть важно, простят вас, не простят. Это уже их совесть. Но вы приложили усилия. И не лицемерное, самое главное. Так, а вы дрались? Ну, как священником, в сане? Нет, ни в коем случае. Когда я посинирался? Ну, наверное, когда получал первое свое профессиональное образование. Вот тогда был у меня момент, когда пришлось заступиться за девочку, да, дрался. Вообще священник как бы сам за себя драться не может. А если кого-то заступиться,
как желательно миротворца вообще выступить, то как бы дозволительно. Так, ну желательно до этого не доводить, лучше словом примирить, чем кулаком. Если болезнь – это искупление грехов, надо ли молиться об исцелении? Нужно молиться, потому что одно дело, что вы сейчас благовейно несете свой крест, а другой момент – вы просите, чтобы Господь вас исцелил. И если вы как бы благовейно уже несли свой крест, и Господь вас исцеляет, значит, этот крест уже, скажем, принят. Другое дело, что нужно теперь в крайности каких-то греховных не впасть, чтобы не было более беды. Просить исцеления всегда нужно, потому что нету здоровых людей. Кто-то психологически, кто-то физически, кто-то духовно, но чем-то всяк человек болен, как минимум грехом. Так, дальше. Скажите, пожалуйста, если человек всю жизнь жил обычной жизнью, а лет в 50 захотел стать священником, это возможно? Возможно. Я знаю батюшку одного, который, ну, не совсем в 50, а в 45, ну, как бы пришел, он в армии служил, офицером был, в звании майора. И вот так вот жизнь вся его повернулась в одночасье, и он пошел по этой стезе, Господь так упрашивал, что он священник. Может быть и такие, но это единичный случай. Прошу прощения, у меня опять свет отключили. Так, а дети болеют с рождения тяжелейшими болезнями, это искупление грехов? Вот тут вообще я буду отдельную тему снимать скоро на свой YouTube-канал «Боголюб». Вот там я хочу прям поднять эту тему. Очень интересно на этот вопрос и Святейший Патриарх отвечает. Вот тут, понимаете, тут с многих сторон я хочу раскрыть эту тему. За грехи, в грехах ли виноваты родительских. Вот с многих сторон. Прям хочу целую тему, целый сюжет этому посвятить. Поэтому проявите терпение. Я думаю, тут получится, если Господь управит, интересный материал. Потому что однозначно, как бы в младенчестве, как до 7-летнего возраста, детям в грех не вменяется. Они не исповедуют своих грехов. Почему они тогда некоторые болеют? Потому что разное бывало. Господа тоже спрашивали, там, почему слепой человек от рождения? Ведь там родители виноваты. Он сам виноват, или, а Господь говорит, не те, ни другие, а чтобы, ну, он его исцелил, дал ему зрение, не совсем, может быть, так традиционным образом, но тем не менее, он дал ему зрение. И говорит, чтобы прославить славу Божию на нем. Вот, как часто нужно молиться своему ангелу-хранителю? Ежедневно, утром, во время утреннего правила мы читаем молитву ангелу-хранителю. Виноваты с них и спрос. Ну, в первую очередь, конечно, да, не очень понимаю. Ну, вот позвольте чуть-чуть проявить терпение. Я сейчас по одному велопробегу нашему делаю, духовно-нравственному видео, и скоро сделаю вот именно этот. Чтобы не быть голословным, чуть-чуть потерпите, прошу вас. Батюшка, мой парень имеет болезнь шизофрению, и я боюсь, что он что-нибудь сделает когда-нибудь, жить вместе. Но вообще это одна из причин, даже каноническая, по которым вам можно развестись. Но опять-таки, тут есть такой же момент милосердия. Тут крайности. Если есть на самом деле шизофрения, это медицински, скажем так, уже фактом доказано, то, конечно, ему нужно лечиться, в том числе и психологу. Но всякие психологические болезни, в том числе и эта лукавая одержимость порой, это тоже нужно учитывать. Поэтому нужно, конечно, молиться о нем, Киприану и мученице Устинии, которые молятся о всяких происках лукавых. А бросать его, ну, это уже крайность. Я надеюсь, до этого не дойдет. Канал «Боголюб» у вас на YouTube будет? Да, конечно, я туда все это и буду загружать.
лечить парня шизофреника и все. Ну, в том числе. Мои дорогие братья и сестры, пусть будет у нас сегодня короткий такой эфир. Я очень вам благодарен за ваши вопросы. Сегодня прям активно мы с вами пообщались. Спасибо, Господи, вас. Сейчас вот еще вопрос. Как объяснить ребенку необходимость поста? Но для детей тут есть определенные исключения. Для ребенка какой может быть пост? Вот опять-таки, учитывая сегодняшнюю современность. Во-первых, надо учитывать возраст ребенка, потому что ему некоторые витамины, пища какая-то нужна. Ребенку можно несколько, скажем так, ограничить в постах. Это конфеты, это компьютерные игры, это да массу чего можно перечислить, в чем можно воздержать ребенка в какой-то пище или деле. Потому что пост, я не говорю, что не только пища, пост — это воздержание от греха, который у нас в конце месяца рождественский начнется. Так, я его люблю очень, не хочу его бросать, просто боюсь за будущее. Будущее нам неведомо, но аккуратно в этом вопросе вы должны быть. Так, что находится в алтаре? Престол, на котором лежит антимин, с которым частичка, без которого мы не можем совершать божественную литургию. Во время литургии на престоле восседает Господь невидимым для нас образом. Храни вас Господь, благодарю за вопросы. Еще раз с Малой Пасхой, с воскресным днем. Христос воскресе, мои дорогие, ангела-хранитель на предстоящую седмицу. Аминь.